Сегодня у нас парад лодок на монументе в Уфе. День России, день города. Какая-то каяка, байдарка с драконом китайская. Кто на чем? И на сапах народ, и на каяках, и есть моторки, даже вон катамараны есть. Организованный парад начнется с 11:25, вот с того места, и поплывем туда. А на трибунах там уже собрался народ, уже играл гимн России. Готовимся. Каячники уже идут. Дракон. Блин. Че? Не будем. Нормально. Круто. Заплыли мы в какие-то дебри, затон старый. Здесь нормально еще. Течение сильное.